Всем привет, меня зовут Влад. Ты вообще кто такой? Именно так выглядит человек, который находится за кадром и делает контент для флорбольного клуба Ирбис. Сейчас нахожусь в деревне Универсиады, где проходят сборы у наших парней, и в данный момент вы можете наблюдать меня и пейзаж вот этих красавчиков, которые сейчас бегут и тренируются. Это видео-анонс о том, что вас ждет в ближайшее время, а именно мы хотим показать, что происходит на сборах. И никто лучше не покажет, чем сам спортсмен. Поэтому мы решили сделать так, чтобы спортсмен показал всю внутреннюю кухню происходящего на этих летних сборах. После тренировки я соберу парней в комнате, и мы проведем жеребьевку и узнаем, кто станет этим счастливчиком и кто расскажет вам все самые важные и, возможно, даже скрытые моменты, которые никто вам не покажет, но они покажут. Егор, расскажи, что ты будешь Влад, рассказывать что? Нашим зрителям, если станешь блогером на один день? То, что я не люблю спорт. Что будешь делать, если станешь блогером на один день? На один день? Да. Что ты сможешь показать, рассказать? Даже не знаю, что тебе, тренировочный процесс? Ну да. Ну, что-нибудь интересное для людей. Надо подумать, надо подумать, Влад, надо подумать. Даже не знаю, так сразу не скажу. Тренировка давным-давно закончилась, все парни отдохнули, поели, помылись и ждут только меня. Они сейчас находятся в комнате, и сейчас мы проведем жеребьевку, и вы узнаете, кто станет этим счастливчиком и проведет с вами этот незабываемый день, покажет вам, что такое быть профессиональным спортсменом, как проходят сборы и все самое-самое интересное. Let's go, let's go, let's go. Йоу, так вся команда в сборе. Вы можете, получается, в хаотичном порядке брать и вытягивать бумажки. Я уже выбрал, кто блогер будет. Самый опоздавший. Итак. Число 9. Не надо. Главный блогер завтрашнего дня, расскажи о своих эмоциях, впечатлениях. Можешь, в принципе, камеру взять, она тебе на завтра понадобится. Ты подержи пока, я еще не успею тренироваться. Ну-ка, расскажи, что. Все, завтра покажем, как проходит наш день на сборах, тренировочный процесс, на этап смотрянку покажем команды на сборах. Мне, короче, ребята предложили поменяться местами с тобой, сказали, мол, ты же раньше все снимал, теперь завтра переодевайся, иди на поляну, воркай. А я буду вместо тебя лежать на ковриках. Ну что думаешь, стоит мне переодеваться и тоже заниматься быть спортсменом? Попробуй. Итак, дорогие друзья, надеемся, завтра будет очень насыщенный, интересный день, и Влад подготовит для вас очень много всего интересного и покажет вам всю суету. Так? Да. Все, всем до завтра, ставьте колокольчики. Да, увидимся завтра. Всем пока.